результат турнира давайте подведем он со всех сторон, с точки результата и составляющей самой игры. Он не то, что там какой-то неудовлетворительный полностью, но что-то мы там в первой игре сыграли неплохо, какие-то там вещи показали, ну а дальше просто у нас неудачи преследовали друг за другом, потеряли мы всех защитников в первой игре. Неправильно сказал, не всех там ведущих защитников потеряли мы в первой игре. Молодежь, не держит она пока удар здесь, в этой ситуации. Немножко из-под груза, немножко мы поменьше других катаемся. Мы 5 дней покатались, поехали, поэтому, может быть, здесь надежда у нас есть какая-то, что мы подтянемся, поправимся. И сейчас мы очень здорово выступаем. В готовности, в такой ледовой подготовке, физических кондициях, свежесть у нас, легкость нет. Очень здорово выступаем практически всем командам, которые здесь не должны присутствовать. У нас 6 пятерок. Мы практически всем дали поиграть. Есть удовлетворенность о том, что будет прогрессировать, добавлять, как мы говорим. И надеемся на их рост обязательно. Единственное, может быть, что не так. С одной стороны, хорошо, что все игры играл Царегородцев. Потому что у нас второй вратарь Страта сломал палец в руке, и удалось ему поиграть. Вот. Но в то же время Царегородцев из 4 2 матча сыграл на 0. Это очень высокий показатель.